Спорт снимаю с карантина. В Десногорске постепенно возобновляют свою работу спортивные секции. Двери в них были закрыты больше полугода. Такой перерыв стал испытанием, в том числе и для юных спортсменов. Вернуться к своему увлечению ребята смогли 13 января нынешнего года. Баскетбол, потому что это интересная игра, быстрая игра и игра с мячом. Мне нравится просто игра с мячом. Тренировки возобновились в спортивной школе по направлениям баскетбола, легкой атлетики и единоборств. Задача спортсменов на ближайшее время – окрепнуть после долгого перерыва, а уже потом думать о новых достижениях и рекордах. Мне нравится заниматься дзюдо. Мне нравится заниматься тоже дзюдо. Вы уже выигрывали что-нибудь? Ну да, мы скоро будем... У нас скоро будут соревнования, нам вручат желтый пояс. При этом одна из задач тренеров – создать максимально безопасные условия для занятий. Самое важное – следить за здоровьем персонала и спортсменов и соблюдать санитарные меры.